5 муниципалитетов Коми получат гранты из республиканского бюджета. Между районами распределят 40 миллионов рублей. Дополнительные средства будут направлены в качестве поощрения за лучшие показатели по увеличению базы доходов местного бюджета в Ударский, Прилузский, Усть-Кулонский районы, а также в Инту и Ухту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Владимир Уйба. Для распределения грантов подготовлен соответствующий проект постановления правительства Коми.